Крио, ты можешь спуститься встретить человека? Спасибо. Женя, это который на операции. Да, который на операции, ты его знаешь, поэтому. Выбери, сколько там Женя. Пожалуйста, тайм-аут окончен. Первый игрок открывает стол. Доброе утро, город. Я сегодня играю под другим никнеймом. Вот. Выставляю игрока номер один. Вот. Но раз уж 6 попросил выставить игрока номер один, то позвольте мне решить, с кем я хочу поделиться. Нет, я послушаю всех остальных. Я решу. Человек может не выставить, то есть можете не согласиться. Если по какой-то причине не захочет человек вставать на попил, я покажу второго, с кем я хочу поделиться. Без вопросов. Вот. Теперь, поскольку я себя выставил, то понятно, что я не шериф. И я не буду оставаться ни шерифом, ни лже-шерифом. Так что город может спать спокойно. Вот. А если меня отстрелят, то еще и на завещание хорошо ставлю. Правда? Я послушаю, если я буду в нем. Вот. Почему я решил поменять их? Вовсе не из-за рейтинга, это вообще рейтинга. Просто мне хочется, не знаю, попробовать поиграть по-другому. Но еще не знаю, как это получится. Вот видите, например, я выставляю сам себя. Сразу же на единицу. Почему я выставил? И это время. Странник. Спасибо. Я никогда не могу ответить. Я послушала вас на первом видео. Я расскажу вам 5 слайдов.
Это не клей, который... и просто для слайма. 10 секунд? Да, есть, который... Да, есть. Я... Да, и это время. Спасибо. Минута 3. Смотрите, тут все грустно. Игрок номер один. Ой, который вечно. Двойка еще. Вот слаймы я вообще не хочу. Ну, игрок, наверное, один рейдж получше, но все равно не буду его брать за трассу. Там есть двойка, игрок номер один. Ну, сколько? Спасибо, папа. Спасибо. Здравствуйте, как я давно не играл именно за этим словом. В этом здании даже я еще ни разу не играл. Так что, в принципе, прикольно. Спасибо. Так вот, что хочу сказать. Один, ну, у вас такая речь была. Не как обычно. Обычно вы прям это люди, даже на первом номере, когда я с вами играл, вот такая. Не так сильно, как я, прям. Но, в принципе, ну, что-то примерно похоже. Так что, эта речь была такая. Я даже не знаю, что сказать. Ну, сделали скобки. Не то, не то. Но вы, да, выставлены, и господин Странник. Ну это вот, игрок номер два, ну как бы, я как бы сам пытался делать, но что-то у меня не выходило. Речь какая-то такая. У меня сестра приехала с Украины вчера с мамой, так сказать, отдохнуть. Она так, такая мне пришла, хвасталась, я купила там этот пену для бритья и гидропонат натрия, что-то это. Она прям такая, это какой-то супер крутой пена для бритья. Что-то мне есть. Знаете, дорогой город, я хочу, чтобы эта часть стола просто поднялась со стола, потому что это просто невозможно. Не знаю, никто вообще не зашел, не получит. То же самое, просто то же самое. Все рассказы какие-то скучные. Вообще, что-то пена для бритья, слаймы. Все что-то, короче, вообще не знаю. Выставляю игрока номер один. Один же, вы же скажете, с кем вы хотите поделиться. Ну, со мной же, конечно же, не. Со мной невозможно поделиться. Со мной невозможно поделиться. Я даже не знаю, с кем я могу играть вообще. Кто покраснее, кто почернее, кто лучше рассказывает, какие у вас мероприятия лучше. Ну, по эмоционалу, может быть, два чуть-чуть. Так вот пошло. Кроме этого, чуть-чуть кроме. Не знаю, с кем играть. Послушаю циника, послушаю всех остальных. Самое главное, это циник. Спасибо, минута 6. Да, браво, как говорят. Да, у нас слава какой. Вот я поиграю пока с 1 и 5. 2, 3, 4 меня выделить кого-то покраснее. Почернее могу выделить. Вот начинаем. Вот, 2, 3, 4. Там не все один уровень черноты, как бы так для меня, как бы не тот, кто не выделяется. Один, как бы, я более красный, я с ним поиграю, потому что. Вот как бы убрал, возможно, играть дружище. Сейчас его проверит черный, он скажет, что я вот шрифт, но если он его играет, так как бы я очень стал бы пилиться, как бы, потому что для меня уже очку слушать дальше. Там, в принципе, тут у вас много кандидатов, вот это. Схема пилиться. Играю 1-5. 5 тоже, как бы, на таком, можно так хорошо сказать, как бы, может быть, черный. Ну, а меня пока тут два наиболее классика 5, 2-3-4 мне не понравился, если я не хочу играть. Вот для меня много мафов, мне кажется. 1-2 как минимум. 3 это не хотел, потому что прям 3 так сидят. Только вот стайка и маф, ну, то может быть так, но с такого. Спасибо, Павел. Далеко только не убегай. Закрой! Блин, ну реально! Закрой в любом случае! Фокусик, комбинация! Есть комбинация, которая закрывает вот это видео.
открывать все окна. Любой тайм-аут ты первым делом это делаешь. Всегда это говорю. Любому ведущему обязательно это говорю. Первое. Где он? Ты уже посмотрел. Стоит и уходит. Заказы. Ну да. Опа, ты. Ты мне было слушать, скажи, что ты. Ну, как раз, не то, что честные. Нет, нет. Все честные. Да, две команды есть. За столом 10 человек, среди них есть двое черных, которые знакомы друг с другом. Можно помнить по себя так. У черных есть дом, у которого говорит мафом, кого он стреляет. У дом. Дом. А у мафа черный, который ищет. Ну, посмотрим сейчас. Между 1, 2, 3, 4 мне, правда, никто особо не понравился. Ни с кем, пожалуй, не поиграл. Поиграл с пятерками, достаточно здесь понравилось. Между 1, 2, 3, 4, наверное, чуть краснее будет двойка тоже. Поэтому я согласен. Мне показалось, потому что она обычно вообще не говорит на двойке, единице, тут она хотя бы что-то уже сказала. Ну, скажу так, это уже хорошо. А тройка мне не понравилась в плане эмоциональном. Да и сказать, что четверка особо понравился, тоже не могу. Единица, он, ну так, нейтрально поговорил, я не знал, не могу сказать, что мне очень сильно понравилась речь. Так что я вижу, с пятеркой мы сходимся достаточно сильно по позиции. Он тоже назвал между этими. Он ни с кем не поиграет, но двойка тоже будет чуть краснее, насколько я понял. Шестерка называет, что играет 1-5. Я пока что не буду играть 1, но хоть вы играете с пятеркой, ну не знал. Давайте пока что я с вами не поиграю. Но, в принципе, я понял, вам тоже пятерка понравилась. Проверку можно между 3-4, вполне можно отправить проверку. Играл пока что только 5. Спасибо вас. Это время. Спасибо. Пожалуйста, минута 8. Вот мне тоже никто не понравился из этих 2-3-4. Но, тем не менее, я бы акценты все-таки расставила. Я поиграю 5-6-7 осторожно. Я понимаю, что 6 играет с 1. Про 1 я отсужу. Значит, 2 из вот этих первых 4 действительно по красе. Она там играла с переходом и речь такая вот. То есть можно дать ей более красный цвет. 3 тоже, почему я думаю, что он тоже может быть красный. Он ничего не понял из речи 1-2, и это его реально опечалило. То есть там был бы черный, может быть, как раз бы зацепился за это и втопил, он этого не стал делать. Он вот, ну, не понял, что дальше с этим делать, непонятно, поэтому тоже может быть красный. 4 не понравился совсем. Единица, смотрите, с одной стороны, действительно, он не будет скрываться теперь ни шерифом, ни уже шерифом. Для красного это не очень хорошо, потому что сужаете для черных поиска шерифа. Но и для черных это тоже не очень хорошо, потому что, во-первых, ни шерифом не скрыться теперь, ни, вот, допустим, он захочет с кем-то попилиться, там еще у него сломают, там поднимут, или поднимутся они оба, или еще что-то, и на одного черного становится меньше. Спасибо. Ну, смотрите, я бы взяла команду 1, 5, 6, 7, вы тоже правильно берете. На 1 немножечко скидает, да, как бы, пусть даже здесь, допустим, по поводу единицы у нас есть какие-то вопросы, да, но человек еще не поговорил и не дал свою позицию. Теперь я, как человек, который провел вчера тоже праздники, могу понять, что после праздника иногда бывает тяжело, бывает гости, это сказывается на вот этих вот игровых моментах. Теперь, дальше поговоривших. Вдруг мне понравилось выступление Василия. Очень даже. Но, смотрите, эти дети, кто-то понимает. Понимаете? Она как-то с позиции взрослого правильно очень-то рассудила. То же самое можно сказать про четверку. Он есть довольно, немножко волнуется, наверное, за родителей. Да. Поэтому у меня вот между... Хотя и другая сторона. Они могут видеть и не красную карту. Поэтому, поэтому вот там вот у меня сомнения. Нет, да, время. Спасибо, минута 10. Доброе утро, Порох. 4. Выставляю игрока номер 4. 4 принято. 1 попил. Так, значит, в игрока номер 4 голосует. Так. В игрока номер 1 голосует 4, 5, 6, 7, 8. Так. В игрока номер 4 голосует 9, 10, 1, 2, 3.
игрок номер один. Ну, пока речь ровная была, необычная. Ну, делаем скидку, что он действительно на то, что он хочет по-новому поиграть. Возможно. Не знаю, насколько можно так быстро переобуться. Вот. И игрок номер два, по-моему, ровно тоже по красному поговорил. Не знаю, почему в него въехали, и все с игроком номер два не поиграли, скорее красный. Я вот 3-4 самые подозрительные игроки. 5-6-7-7-8-9 все действительно до меня поговорили хорошо, и позиция нормальная. И это только... время. Итак, после выступления всех горожан город переходит в зал суда. На голосование выставлены игроки номер 1 и номер 4. Голосуются в этой последовательности. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 1? 1, 2, 3, 4, 5. Поставьте руки, кто не голосовал. 5 голосов уходит игроку номер 4. Ситуация автокатастрофы между игроками 1 и 4. Пожалуйста, номер 1, ваши 30 секунд. Больше всего мне не понравился игрок номер 4, поэтому я все надеялся, что с той стороны я найду более темную речь, для того, чтобы географический попил был попроще. Но потом я не нашел такого уж темного, чтобы вставать на попил. Вот, поэтому без этого. Потом второе по черноте, что почему шестерку вот так вот поиграл? Посмотрите, со мной никто не поиграл. Вот вы взяли и поиграли, вы не испугались этого. Почему? То есть красные игроки как раз наоборот, они как бы очень осторожны. Даже под конец никто не вспомнил, а чего это синицы никто не поиграл. Это время. Спасибо. Пожалуйста, 30 секунд, игрока номер 4. Спасибо. Итак, переходим к повторному голосованию между игроками 1 и 4. Поставьте руки все за то, чтобы игрок номер 1 покинул город. 1, 2, 3, 4. Поставьте руки, кто не проголосовал. 6 игроков уходит к игроку номер 4. Игрок номер 4, вас посчитали мафию, вас минута попрощается. Да. Так вот, мне просто экстра события случились после звонка, потому что мне нужно пойти. Оставляю игру как номер 5-6. Спасибо, пас. Спасибо. Город уходит в ночь. Не по позиции, скорее по эмоционалу. 4. Вы думаете, что 4 черт? Ну да, я не говорю, что все трое, кого я назвал, они черные. Не может, вероятно, нету троих черных. Но я как бы так методом втыка пытаюсь просто кучной стрельбой попасть в несколько игроков. Так можно было. И это скорее не по позиции, потому что это скорее по эмоционалу. Потому что все три была плохая речь,
А дальше все фактически озвучили единственную позицию. И кто мне по эмоционалу наименее понравился, того я как бы идет лучший ход. Хорошей игры. Спасибо. Спасибо. Попрощаемся с игроком. Стол открывает игрок номер 2. Игрок номер 3. Сереж, ну ты не взял один одна, но вы не взяли меня, потому что вы не любите славу, как я понимаю. Да, в общем, играет, например. У меня сейчас поиграют. Игрок номер 5. Нормальное решение. Мне понравилось 5, 6, 8. 9, 7, 8. Слушаю еще раз. Я послушаю 8. Сыграю в скупах. 2, 5, 6, 7, 8. 10 секунд. Спасибо, минуты 3. У меня должно 5, 8, 8. Значит, то, что я сейчас увидел, что шестерка... Ну, они показывали на руках, и шестерка сказала либо проверить, либо что шериф проверил четверку. Я ничего не понял, но окей. Значит, четверка, шестерка, семерка, восьмерка, и главное, как я понял. Двойка, мне ваша речь не понравилась, из-за этого я не выделил. Ну, типа, выставить двойку? Зачем? Нет, прошлая речь не понравилась. Эта речь была лучше. Окей, проверьте тройку. 10 секунд. Кто чёрный? Я не знаю. Шестёрка. Это время. Спасибо. Минута игрока номер 6. Выставляю игрока номер 9. И 9 не понравилось. Мне больше 9 не понравилось. 3 тоже не понравилось. 9 начинает опять с ими защита 3-4. Мне это не нравится. Вот это вступает за игрока. Мне тоже единица не понравилась. Что? 8? Ну и 9 не лучше. 9 не лучше. Я думаю, все-таки... А что тройка вам не понравилась? Бойка бы не выставила. Надо было кого-то выставить. Ну, бойка не выставила, тройка не выставила. Как-то вам все устраивает, тройка. У вас нету черных, у вас ничего нету. Нет никакой информации. Я не знаю, что нашла четверка. Она ушла по черному или просто ему надо было уходить. Поиграю шестеркой. Шестерка. Я послушаю семерку и восьмерку. Мне для меня сейчас между 3-9 вот там вот творится. То 2-2 сейчас тоже как-то. Не выставила вообще тоже не было никакой информации. Я пытался как-то нажать, сказать, что там человек может прийти, который говорит, там проверить. Есть там нет, просто проверить. Может, его нет, но он как бы обещал, что проверить некрасиво. То есть человек придет, там никого нет, он проснется, уйдет. Поиграем. А по столу я поиграю сейчас 2-3. Я играть не буду. Играю 1-5-6-8. Моя команда. 2-3-7-9. Для меня это зона риска. Причем. Если тебе больше зона риска, 2-3 это самая большая зона риска. Всем еще раз послушаю сейчас, потому что сейчас больше меньше понравилось, а вот зона риска наиболее большая 2-3, потом 9-7. Вот больше, вот меньше. 2-3, 9-7. Играю 1-5-6. 10 секунд. 8. Я еще послушаю кого-то. Спасибо, минута 7. Шестерка. Если сказать, что мне тоже сейчас понравилось, в плане того, что у вас нету совсем, ну как бы не совсем, есть вообще аргументация, да, как бы говорите, почему на риска. Но все равно, наверное, выставлю тройку. У меня тройка меньше понравилась, выставляю как-то 3. 3 принято. Мне не нравится, не знаю, девятка, но мне тройка тоже не очень нравится. Я не был говорить сразу, кто черный, я сказал, кто у меня тоже был на риске. У меня тоже выходит 2-3. Но, ну, между 2-3 на меня будет 3 по подозрительности. Вы, чисто из того, что не даете аргументации особой. Пятерка показалась по бирю вроде нормально. Сейчас единицу еще раз послушаем. Восьмерка.
она как бы попыталась защитить тройку, я не знаю. Для меня тройка прям в плане Мацао все равно не очень понравилась. Но думаю, восьмерка вроде хорошо поговорила. Девятка, я насколько помню, не поиграл с восьмеркой. Поиграл, в принципе, со схожей командой, но не поиграл с восьмеркой, не знаю. Между 8-9 надо будет еще раз послушать, насколько я помню. 5 мне понравилось. Вот поиграл пока что с 5. С 2-3 ни с кем играть не буду. Тройка для меня поподозрительней. И шестерка мне тоже не очень нравится. Единицу, 8-9 послушаю. Спасибо вас. Она четко обозначила команду, с которой она играет. У нее получилось, что у нее списка 9, 3 и кто-то еще 4, не помню. Никого при этом не выставила. При том, что она там не начала говорить, что вот эти могут быть красными. Все. Вот эти красные, эти черные не выставляют никого. Мне это не понравилось. 3 тоже речь так вот не очень, тоже никого не выставил. Но 3 в принципе выставил. 4 выставляет 9, меня устраивает, потому что я вижу команду 2-3. Они могут быть вместе еще. Вот пусть и 2 тоже постоит. 9 послушаем, тогда решим, кого голосовать. 6. Единица нас на перестрелке говорил, что 6 действительно поиграл с ним, как не побоялся, хотя от него все отказались. И вы считаете это достаточно по-черному? Нет? А, что поэтому закрылись. Поэтому 6 для меня, не знаю, нормально вроде говорит, но 7 вы пишете в черную команду, а я всем черным. Поэтому это между 6 и 7. Много 9. Про утро город я согласна с господином Рабель, и после этого же с господином Эллером я из всех по столу господина Эллера нашла более красных. Вот теперь, значит, буду опираться на его аргументы, потому что они иногда бывает такое чувство, что хочется поговорить вот там вот, а там тут за тебя уже кто-то говорит. Вот смотрите, у меня между 2-3 тоже черный. Но, на мой взгляд, тройка более черный. Я его сначала, ну, защищала, образно говоря, а сейчас на втором круге он этот кредит не оправдал. Для меня он правильно выставленный, и спасибо игрокам номер... Кто выставил? Семерка, правильно? Семерка выставил тройку. Вот этим он сразу для меня стал красным. Теперь дальше. Вы, хорошо, вы кого-то выставляете, да? Агитируете тут всех кого-то выставлять. Да, но вы провоцируете людей, как бы это для меня не очень правильно. Почему вы провоцируете кого-то выставлять? Выставляет двойку. Выставляете двойку, если вы против нее. Выставляете тройку, если вы против играть. Кого вы провоцируете? Это мне не очень понравилось. Шестерочка, у вас позиции совсем нет. Тут почернее, тут покраснее. Выставляете. Спасибо. Ну-ка, один. Я считаю, что между 2-3 разноцвет. Между 2-9 я не понял, как вы видите эту команду. Я тоже видел разноцвет. Я не видел команду. Вот. Между 5-9 разноцвет. И 5, например, выставляет 9-9. Почему вы никого не выставите? Вот. Ну, 3 уже выставил. Семерка выставил. Вот. Поэтому я поиграю с двойкой, потому что в тройке я вижу больше черный цвет. Я поиграю с семеркой, потому что семерка выставила тройку. И я считаю, что правильно должна ходить тройка. Девятка, то, что вы говорите, выставите 3. Для меня это вообще не аргумент. 3 уже выставлен. Выставляй игрока номер 3. 3 стоит. И то же самое вам сказала ведущая. Поэтому это вы прекрасно можете быть и в одной команде и типа присоединяться. Да, я играю против тройки и все такое. Поэтому... Да, но не выставил. Она и про тройку то же самое сказала. У них равноцвет, 2 равноцвет между 3 и между 9. А 3 и 9 в одной команде. И поэтому моя команда это 2, 5, 7 и 8, наверное, тоже. 6. Это предупреждение. Итак, переходим в зал суда. Прекратили жестикуляцию. На голосовании стоят игроки. 9, 3, 2. 9-3-2. В этой последовательности проходит голосование. Кто за то, чтобы игрок номер 9 покинул город? 2 голоса принято, спасибо. Кто за то, чтобы игрок номер 3 покинул город? Принято 5 голосов. Поставьте руки, кто не голосовал. Игрок номер 3 вы не голосовали. Один голос уходит игроку номер 2. Игрок номер 3. Игрок номер 9 поставил руку игрока номер 3. Ну, это не существенно сейчас, у вас минута попрощаться. Спасибо. Спасибо. И город уходит в ночь. Thank you.
Шериф этого города, шестерка красная, единица черная. Понятно? Вот. Так, кого вы провели? Три черные. Семь красных. Хорошо. Я проверил шестерку, потому что он начал меня спрашивать, там, кто один, кто два. После этого тоже не было никакой позиции. Ну, просто вот так, чтобы у меня была какая-то красная проверка. А единица, которая начинает въезжать в шестерку, даже если, да, вы сказали, что она серая, у вас нет позиции. Девятка, почему вы не выставили шестерку? Мне это хорошо. Да, вы выставили тройку, ваша черная проверка. Хорошо, ну и для этого у меня вот шестерка, вы моя красная проверка. 1-9 мои мастеры, и может быть все-таки между 7-8 иду, семерка покраснее. И может быть 3 умного мастера, вы хотели как-то убрать ее тройку, может быть тоже все-таки была черная. Овальная. И это время. Спасибо, минута 6. Красный проверка, в принципе, это же красный. Я красный рубль. Если черный было бы, когда не правильно. Посмотрите, там что-то я сам. И вас проверки. 3, 7. Красный. Шрифом как бы я знаю, как вам будешь верить, но уже еще одна проверка. Продолжу еще проверку. Три черные. Потом скажете, как бы я. Я пока больше верю в шрифт номер 9, но я еще раз проверки. Почему? Потому что я вам ничего не показывал. Я как бы единица со мной больше, мне кажется, играла. Я не бежал. И это время. Я поиграю с один. У вас время, это фул. Спасибо. Минута 7. Смотрите, пятерка, я понял, что вы имеете в виду. Девятка, вы называете меня очень красным, но зачем-то идете меня проверить, я тоже не совсем понял. Это немножко нелогично. Проверка в тройку была достаточно логична. Вы попросили проверить. 7-9 разноцвет. 3-9 разноцвет. Я выставил тройку, она выставила тройку и... Так, постойте, давайте по порядку. Так, пятерка, у вас сейчас 1-9 мафия и, возможно, кто-то еще. Вообще, непонятно, кем уходил тройка, четверка там как минимум один маф уходил, это понятно. Вопрос, кто, не знаю, они вдвоем такой еще не буду уходить мафия. Шестерка, ну не знаю, вот это вот то, что вы сейчас давите тоже на девятку, то, что должна быть еще одна проверка. Нет, две проверки вроде. Это не совсем логично тоже. Так что я не знаю, мне нужно послушать. Пятерка выставила свою очередь девятку, я еще раз сейчас послушаю девятку. Максимум уже определюсь сейчас с шерифом, потому что я не могу так не послушать еще девятку. Спасибо, почему? Минута 8. Рок номер 6, а вы определили с шерифом? Послушали. А, 9, тогда понятно. Потому что я из вашей речи поняла, что для вас шериф 5, а на чем вы поймали фол, когда вы продолжали, я поиграю с игроком номер 1. Теперь смотрите, просто по счету. У игрока номер 9 критики нет. У него один черный уже ушел, как минимум один черный. Игрок номер 9, неизвестно, кто уходил четверка. У игрока номер 5 критика. Я выставляю игрока номер 1, сейчас должен уходить игрок номер 1.
Потому что 3 черная проверка уже шерифа, если мы берем версию, что 5 настоящий шериф. А 4 был выставлен с подачи первого игрока, то есть черного, то есть он тоже как бы красный игрок. То есть если город принимает шериф по пятерке, то 3 и 4 для вас должны быть оба красные и не рассматривать версию, что там кто-то сидел черный. Только поэтому уходит игрок номер 1, но я не уверена, что 5 шерифов. И это бред. Доброе утро, город. Меня зовут. Я скажу, три все-таки, я не стала доверять вот этому всему, понимаете, дети, не дети, я пошла его проверить, он говорил, плохо, теперь дальше, семерка, я человек, который не знает цвета, правильно, если я шериф, даже если вы для меня очень сильно красный, мне нужно быть полностью уверенной, что вы красный, понимаете, вы играете хорошо, я пошла вас проверить, теперь дальше, игрок номер 6, у нас было 2 ночи, вы не путайтесь, вы сосредоточьтесь, вы для меня сидели по-черному, но я не стала вас стыдить. Знаете почему? Потому что вы можете вот так говорить, вот как вот вы сейчас условят на этих ошибках вот на этих, так можете говорить и по-красному. Поэтому я все-таки оставила вам шанс. Понимаете? У меня... смотрите, у меня не найден еще один черный. 3-5. Допустим. 3-5. Спасибо, минута 1. Теперь смотрите, какая ситуация. Вот послушайте, когда у нас 2 шерифа. Представим теперь, что 9 у нас уже шериф. Давайте. И очень-очень, как уже шерифу, невыгодно говорить, что ушел черный игрок. Она будет изо всех сил топить за столом критика. И поскольку стол ей верит... Эйлер, не отвлекайтесь, потому что он специально вас отвлекает. Поскольку стол ей верит, то сейчас, если бы она была уже шерифом, спокойно бы вынесли какого-то игрока, которого бы она сказала, включая даже уже шерифа, даже пятерку. И мать победила бы 3-3. Так было бы выгодно, но она озвучит абсолютно верность своей проверки. Более того, я почитал, что потом, когда после ночи я подумал, что, наверное, все-таки она шериф, а не маф, и что на самом деле у нее 3 была черная проверка. Почему я попросил 7 на проверку на шериф? Потому что 7 тот игрок, который очень любит своих черных сливать. Для меня 3 была черная, и я подумал, что 7 вполне... Он поиграл в семерке, и она поиграла в семерке. Вставлял игрока номер 5. Только я все точно голосовать не буду, я голосовать буду только в 5. Но вполне нормально, если уйдет единица. Вот. А потом, да, включится баланс, это вполне нормально. Но и шерифу очень невыгодно будет. Спасибо, минута 2. А, точно. Ладно, для меня более всем, кто дал шерифу. Девчонки. Ну, у него поле проверки, я тоже сняла 3 черные, 7 я, ну, я с ним жила. Да, вот. Я сейчас играю 9. Если будет, это 5. 10 секунд. А кто последний? Не может быть. Это время. Так город приходит в зал суда на голосование игроки. 1-5. Голосуются в этой последовательности. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 1? 1, 2, 3, 4, 5 голосов принято. Поставьте руки, кто не голосовал. 1 голос уходит к игроку номер 5. Игрок номер 1, набрать большинство голосов, у вас не будут прощаться. Теперь я представляю ситуацию. Я рассказал про ситуацию шерифа, которому невыгодно говорить, что ушел. Лже-шерифа, которому невыгодно, что ушел. Ситуацию лже-шерифа со стороны пятерки. Он видит, что сейчас можно втопить в критику, рассказать, а нет, за столом у меня критика, такая проблема, и выгнать того игрока, которого он скажет, потому что у него критика. Ему больше всего не нравится игрок номер 1. Он придумал разноцвет между 1 и 6, что они друг друга топят, хотя они вовсе не топят. Я всего лишь сказал то, что я хочу просто еще раз послушать 6. Это всего лишь было такое. Шестерка за весь ни с нуля в меня не топил, ни после. Более того, с нуля он даже со мной проиграл. Как можно рисовать игру? Разноцвет между 1 и 6. Это мне очень не понравилось. Но поскольку вы называете меня черной проверкой, то у меня очень ситуация проста. У меня шериф 9, поэтому я обращаюсь к 9. Вы проверяете. Вы можете проверить, кого хотите. Можете тоже 2 проверить. Это будет, скорее всего, разноцветная ваша проверка.
Без вопросов, без проблем. Вы сейчас проверяете 2. Я считаю, что 3, это, ну, 3-то понятно, чем, что 4 ушел очень по-черному, чтобы бояться не со стрелок или еще что-то. Но вполне возможно, что действительно у него была такая ситуация, ему надо было понять. Спасибо, попрощайтесь. Спасибо, игрок номер 4, который ушел, либо это кто-то сидит между 6 и 7. Дело в том, что для меня что 6, что 7, и оба красные сидят. А, да, семерка вообще проверенный красный, а шестерка, ну не знаю, даже единица, который по версии девятки получается красным, он тоже ничего черного в шестерке не будет. Так что вот я думаю, что черная команда была 3, 4, 5, то есть я бы сейчас все-таки поднимала пятерку. Пятерки, получается, вся мафия у вас найдена. Правильно, мафия у вас 1, 2, 9, 3, 4, по вашей версии уходили оба красные. Я не думаю, что город бы это устроило. 10 секунд. Потому что, ну, 3, 4, что там было 2 красных игрока, но я не вижу там красных игроков. Я думаю, что это будет. То есть... Это время. Спасибо. Попрощаемся с игроком. Стол открывает игрок номер 6. Хочется играть сейчас правильно, сейчас немножко. Шерифа 9, мафия 5, 3, вот, там проверка, 2 красных проверка, правильно? 5, 4 было, 8 это знаю, 8 было шага показано. Сейчас еще надо убрать пятерку, потом... Игрока номер 5. Игрока номер 5, мафия 9. Мафия 7. И... Это уже красная проверка, я вас скажу. Сейчас кого убирать игрок номер 5, кто надо их сыграть, кто будет. Обоим вещь надо сыграть, правильно. И у вас 3. Спасибо, минуту 7. По обоим версиям особо не сыграть, по-моему. Непонятно, кем уходил четверка. Это вообще был очень странный ход. Смотрите, давайте так. Я всю ночь тоже думал, какие могут быть аргументы за обоих шерифов. Я понял, что, посмотрите, просто против вас очень по-черному ушедшая тройка, очень ушедшая по-черному четверка. По вашей версии они вдвоем оказываются красными. Это прям не поверится, что вы красных игрока, которые пришел, нельзя сказать, что новички так по-черному уходят. Плюс, как бы я не понял, это резкое выставление девятки. Вы же тройку не проверяли, а вы сказали, что все же вам девятка не понравилась. Не знаю, вполне, а девятка скрывается шерифом. То есть, и дает как проверку 3 черных, что вполне логично, он уходил очень по-черному. И даже красная ваша проверка не хочет вас слушать. Это вообще так интересно получается. Ну, лично мне приходится решать, потому что вот одна команда, да тут и шестерка тоже считает, что 9 больше шериф. Выходит для меня, извините, но вы последний маг. Чисто я вам сказал, почему аргументация. Вот так вот. Я просто не знала, против девятки не знаю, что она меня проверила, и все будет до конца. Ну все. Спасибо. Минута 9. Доброе утро, Горь. Я скажу, почему я вас проверила еще раз. Потому что вы, да, любите сливать своих черных, и вы, да, хорошо стараетесь. Понимаете? Я вот не могу вот так вот, как, допустим, с вами, не могу так поступить, потому что я знаю, что вы можете...
можете дотащить игру, я не могу поступить так, как с господином Синьком. Вставляю игрока номер 5. Смотрите, игрок номер 5. Я вот так вот думаю. Это как будто у нас разговор в курилке. Вы выставляете непроверенного игрока. Вы понимаете, вы красный стол подвергаете. Вы красный игрок? Нет, вы не красный игрок. Вы игрока номер 9 выставляете непроверенного. Просто так. Вы красный стол подвергаете опасности. Понимаете? Красный игрок номер 9 на первый раз, когда вы выставили непроверенный, улетает просто, просто так. У нас тут 10 игроков, я не могу всех проверить. Я согласна с вами, но все равно, если вы точно не сделаете черную проверку тогда, я сделала черную проверку. Господин Бибер, у вас это второй фол, а еще у вас спасибо, минута 2. Так, 5 снова проверили. Зажните меня. Что вы удивляетесь? Ладно, ну, 7. Ну, конечно, 8 тоже страшно. Проверить, страшно. Ну, 6. Спасибо. Минута игрока номер... Игрок номер 4 вы покинули. Опустите, пожалуйста, номер 3. И игрок номер 4 отобьте свое подожжение. Пожалуйста, минута 5. Ну, я знаю, что 3-4 ушли так. Что мне поделать сейчас? Сейчас вот за эти 3-4 мы проиграем. Вот сейчас вот за эту туфтень, то, что они сделали, что игрок, который да, это голосовал за него в папиле, мы проиграем город. Ну, значит, правильно проиграем. Хорошо, значит, правильно проиграем. Значит, правильно проиграем. Шестерка, я вам скрывался проверкой. Я вот так вот вам делал. Я пошел проверить единицу, потому что... А что, я знал, что девятка черная. Я знал, что девятка черная. Что как? Что как? Вы выставляете, вы не играете с шестеркой, вы говорите с семеркой, вы играете, потом вы идете проверять семерку. Я не понимаю, как можно играть так, я не понимаю. Я играла шестеркой. Вы не играли шестеркой. Вы не играли шестеркой. Вы не играли шестеркой. Вы сыграли игрока номер 9. Потом ведьма, как всегда, сливает своего последнего мафа. Говорит, проверить 2. 2, оказывается, черный. Ну что, простите, Кёрлок, я не могу за это, за всеми, за этими ошибками. Спасибо. Итак, город переходит в зал суда. На голосование игроки 5-9. Голосуются в этой последовательности. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 5? 4 голоса приняты. Поставьте руки, кто не голосовал. 1 голос уходит игроку номер 9. Игрок номер 5, у вас минута попрощаться. Вы же не слушайте, вы же слушаете только ведьмака, у вас тоже ведьмак достал. Что поделать? Вы даже не слушаете проверки. Вы просто, знаете, невозможно тут играть. Ведьмак вам сказал одну вещь, все, вы зайдете за ней. Невозможно. Зачем? Короче. Все. Спасибо. Игрок покидает. Вы что, голосовали? Я объявляю победу.